21 век ученые современности называют веком аллергизации. Считается, что к 2030 году почти 80% населения будет страдать аллергией. Мы обратились к специалистам, чтобы узнать о причинах заболевания, его лечении и профилактике. Аллергия – это не вирусное заболевание, ею нельзя заразиться. Это ответная реакция организма на определенный возбудитель, а их в окружающей среде тысячи. Поэтому различают несколько видов аллергии. Респираторная на мелкие частицы, например, пыльцу и пыль, инсекторная на укусы насекомых, лекарственная и инфекционная. Но больше всего распространены бытовая и пищевая аллергии. Это может быть и острая реакция у любого здорового человека, а может быть приобретенная в каком плане провоцированная какими-либо факторами риска, как мы говорим, но с генетической, как правило, предрасположенностью. Если в семье уже есть подобные заболевания, например, полинозы, бронхиальная астма, а какие-то аллергические, атопические дерматиты, то, конечно, у последующих потомств по этой линии, в этой семье риск возникновения аллергии в любой форме гораздо выше. Основы аллергических заболеваний, они именно закладываются во внутриутробном развитии. Как мамочка себя во время беременности ведет, будущая мамочка, скажем так. Если она старается придерживаться диеты, которая содержит низкоаллергенные продукты и не включает в себя цитрусовые в большом количестве, шоколад в большом количестве, какие-то экзотические фрукты, непривычные для нашего региона, тогда она, скорее всего, оградит своего ребенка от развития аллергии в дальнейшем. У жителей Оренбуржья большой риск приобрести аллергию. Например, в областную больницу номер 2 с этим заболеванием ежегодно поступает более 700 детей. С каждым годом количество обращений растет. Все хорошо? Улыбитесь уже, на выписку готовы. Присаживайтесь. Давайте послушаемся, посмотрим. Ну, у нас началась аллергия на жаропонижающее, и в связи с этим у нас стало обсыпать, и мы были вынуждены обратиться в аллергоцентр, так как я уже видела, что нужно предпринимать какие-то меры, и я сама с этим не справлюсь. Мы здесь были ровно неделю, в первый же день, когда нам назначили препараты и сделали уколы, у нас уже стало улучшение, и постепенно, как высыпания, стали исчезать. То есть за неделю здесь мы вот выходим абсолютно чистые, как будто у нас ничего и не было. С аллергией мы научились справляться. У нас существуют европейские стандарты. Наш регион и другие регионы России работают по оказанию диагностики и лечению и оказанию медицинской помощи детям с аллергоиммунопатологией по этим стандартам, которые включают современные препараты, которые, в общем, все направлены на то, чтобы вылечить иммунное воспаление, которое возникает в слизистых оболочках глаз, если это конъюнктивит носа, если это аллергический ринит дыхательных путей. К сожалению, эта палата не очень веселая. Она называется палата интенсивной реанимационной терапии. Детям мы оказываем здесь помощь с неотложными состояниями. Это в основном дети, которые поступают по скорой помощи с острыми аллергическими реакциями, например, с острой крапивницей, с острым отеком квинки. Лечение проходит в виде интенсивной терапии, осуществляется венозный доступ и проводится внутри введение дезинтоксикационных растворов с применением глюкокортикоидов, антигистаминных препаратов и некоторых специфических препаратов, касающихся конкретно каждого пациента, если есть показания. Долечиваются больные уже в общей палате. В зависимости от диагноза им назначают медикаменты и процедуры. Это ингаляторы, уколы, общий массаж. А, например, пациенты с респираторной аллергией в обязательном порядке должны посещать соляную комнату, спелеошахту. Дети приходят, лечатся, потом они уходят, мы кварцуем, обрабатываем. Следующая группа приходит, и так несколько шахт в течение дня. Дети реже болеют. На фоне спелеошахты детям, страдающим бронхиальной астмой, мы снимаем ингаляционные кортикостероиды. Это очень важно, потому что дозу уменьшаем. Это очень важно, потому что это дети, растущие организмы, конечно, чем меньше эта доза, тем лучше для ребенка. Они обладают таким противомикробным действием, укрепляют местные оболочки, местный иммунитет оболочек слизистых. Вообще солью полезно не только дышать. Аллергикам солевым раствором рекомендуют промывать нос, особенно в сезон цветения сильных аллергенов. Например, в Оренбургской области произрастает амброзия. Она вызывает острые полинозы, конъюнктивиты и риниты, поэтому подлежит уничтожению. На территории Оренбургской области у нас преобладающее большинство занятых под амброзией является амброзия трехраздельная. Действительно является вредным сорным растением.
приносящим ущерб как почвам и культурным растениям, иссушая и истощая почву, так и угроза жизни и здоровью человека. Чихание, зуд – это всегда симптомы аллергии. Если это возникло, то, конечно, уже надо постараться или защитить слизистую оболочку носа. Есть такие препараты в аптеке, они доступны, которые создают оболочку в носу, и они просто защищают от попадания аллергенов в нос. И для того, чтобы не развелось аллергических заболеваний, надо придерживаться строго этих правил гигиены. Ну, например, влажная уборка не реже одного, а то и двух раз в неделю. С нашим климатом, да, где очень много пыли, очень сухой воздух, то это надо делать довольно часто. Врачи говорят, что в ближайшие 15 лет каждый восьмой человек будет страдать от аллергии. Поэтому сейчас ее легче предупредить. Для этого достаточно укреплять иммунитет и не сталкиваться с сильными аллергенами. Гульнара Давлетдинова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.